Russian Entertainment Awards – это уникальная российская общенациональная премия в области индустрии, развлечений и досуга. 12 конкурсных номинаций, по которым идет 100% общенациональное онлайн-голосование. Телеканал года, радиостанция года, журнал года, веб-сайт года, музей года, театр года. Концертная площадка, развлекательный комплекс года. Гарантом честности результатов голосования общенациональной премии является попечительский совет под председательством Юрия Грымова. Церемония будет проводиться и на русском, и на английском языке. Четвертая официальная церемония вручения наград Russian Entertainment Awards состоится в октябре 2010 года. 13 и 14 октября 2010 года мы приглашаем зрителей в Крокус Сити Холл для того, чтобы увидеть уникальное шоу Sparkling Diamonds Awards Show. Самым ярким представителем российского и зарубежного шоу-бизнеса было предложено исполнение песен до 30-х, 50-х годов под оркестр Глена Миллера. Первой, кто откликнулся на наше предложение, явилась звезда мировой величины мадам Патриция Касс. Что может быть популярнее джаза и свинга? Что может быть зажигательнее? Что может поднять вам настроение? Конечно же, это Sparkling Diamonds Award Show. А говорит Москва, слушает Россия. У микрофона Заза Наполи. Я вас всех приглашаю, дорогие друзья, в Крокус Сити Холл 13 и 14 октября. Запоминайте все на роскошное сумасшедшее шоу «Искрящие бриллианты». Я уже билет купила, и поэтому назначаю встречу, свидание всем. Всем без исключения. Встречаемся в Крокус Сити Холл 13 или 14. Выбирать вам. А шоу называется «Искрящие бриллианты». Всех люблю, всех целую. До встречи!